Всем привет-привет! Привет. А у нас сегодня 19 июля уже. На улице жара. Дашуня играет дома со своей малышкой, развлекается вот. Ребята, привет! Я Ангелина, если вы помните. Ангелина, да, это наша куколка Реборн. Вот Дашка с ней здесь играется, да? Да, я ее причесываю. Что ты еще с ней делаешь? Ну, ее кормлю, занимаемся мы с ней. Угу. Играем, ну, и я ее спачки ложу. Понятно. Какая она смешная у тебя, да? Ей тоже жарко, она босичком, да? Да. Смотрите, ребят, какие у нее ножки. Малюточки. Для нее еще есть, ну, иногда я ее на улицу вывожу, на свежий воздух. Да, ребята, а нам сейчас нужно будет сходить в Альберис, забрать заказ с Дашуней, да, потом вам все покажем. Пока что не будем говорить. Да. Ребята, мы уже сходили в Альберис, да. Даша себе с карбинки купила. Со вкусом чего? Апельсина. Апельсина, Даша, как видите, на гироскутере. Пешочком мы уже не ходим. Да, мы забрали вот заказы. Сейчас вам все покажем. И маечка моя пришла. Да, сейчас все распакуем и покажем. Мы уже дома. Вот ты что, забрали? Да, вот такой большой. Но да. Там не только заказ, там мы еще сбежали в аптеку, кое-что да. Купили, но да? Ну, мы вам это тоже покажем. Так, первое. Может быть. Дашуля еще не видела, что там. Вообще не видела. Это я заказала Дашеньке маечку. Может, я в ней поеду под мои босоножки. Глория джинс фирма. Глория. Майка фирменная, о, очень крутая. Это, скажи, смотрите. Скажи, убери я ручку. Вот. Положи. Это под мои босоножки. Да, будет очень-очень красиво с такими, ребята, а вы рукавчиками. Это на камеру еще так, но в реальности она очень красивая. И цвет очень яркий, насыщенный. Рекомендуем. Да. Так, давайте дальше. Я думаю, что она идет в размер. Я заказывала Дашуле на размерчик больше. Я думаю, что она и будет свободненько. Так, давайте дальше. Давай, что там ой. Дальше? Так, это мое из аптеки. Что там дальше еще? Это я купила пантенол спрей. Дашуля любит обгореть. Вот, мне очень нравится. Ребята, мы такая... брызгаемся. На самом деле была такая история, я плавала в бассейне у другой на даче, у меня загорела спина. И сейчас, еще не прошла даже, да? Да. И больно потом спать. Это мамины очки. Это я вот такие себе заказала. Дашуля, распечатай, пожалуйста. Хорошо. Они в таком чехле. Заказала себе солнечные очки, мои сломались. Вот, мне ребят, вот... вот такие вот очки у мамы будут. Достань их из пакетика, покажи. Вот они вот такие вот на вот таких штучках. Ну-ка, примерь. И вот таких вот. Примеришь? Да, примерю. Давай, покажи. Очень круто, ребят, и очень удобно. Крутышка ты. Красненькие, да? Очень круто и очень удобно, я вам скажу. Нужно аккуратно. Вот такой очень удобный чехольчик с ними идет. Видите? Тебе, мама, очень всё будет как... удобно. Хорошо, складывай в чехольчик очки обратно, чтобы они не сломались. Я очень жду, когда я увижу свой купальник. Так, дальше. Это о, для Дашули новые сланцы. Такие. Но я взяла немножко больше, я побоялась, что они маломерят. Многие в отзывах писали, что маломерят. Но сланцы не должны же быть слишком маленькими. Я думаю, что они должны так, быть можно, тебе нормально. Можно. Скажи. Отлично. Ты видишь, как я угадала тебе с размером?
Замечательно, да? Они такие удобные. Ну, здорово. Они мягенькие. Ребята, это очень крутые шлепки. Советую. Я думаю, что уже кто-то догадался, почему у нас именно такие покупки. А еще почему у нас стоит приготовлен чемодан. Но мы-то мы откроем потом, не сейчас. Но когда уже настанет время, то обязательно расскажем. Конечно. Так, давай смотрим дальше. Под эти сланцы я заказала Дашуне красивый неоновый купальник. Но я не знаю, что с размером. Будем смотреть сейчас. Посмотрите, ой, он очень яркий. Это топик. Это топик, ребята, мой. Посмотрите, какой он красивый, разноцветный. Он здесь, ой, его здесь нужно вот выровнять. Вот такой он разноцветный, весь такой тут неоновый. Будет на спинке вот так вот. Там крест-накрест такой вот. Да. И вот. Да, и к нему идут трусики. Вот да, такой да. Неоновый купальник к этим сланцам. Так, что тут? И, ребята... И самый главный сюрприз для Дашки. Она так давно хотела... Маркеры. Заказала ей 80 штук в упаковочке. Да. Открывай. Они тоже идут в чехле. И в попытие. В попытие. Да, такая клееночка, как попыт. Но мне сейчас главное не попыт, а ломать. Ой. Мои дорогие, как я вас долго ждала. Это потом. Ну что, показывай. Открывается сумочка. Барабанная дробь. Видишь, на сумочке написано. Они? Ты себе такие хотела? Дашка очень любит рисовать. Обожаю. И вот здесь такой большой набор из 80 маркеров заказали Дашуне. Красивый маркер. Тут они... Они с двух сторон, да, ты знаешь? С одной стороны толще, со второй идет перо тоньше. Смотрите, какие яркие цвета. Я хотела нарисовать сегодня фламинго, но мои фломастеры для этого не... Не подходят, да? Вот такие у нас покупочки в Валберисе. Да. Вчера мы тоже еще были в магазинах, купили Дашуле панаму красивую. Да. Смотрите, ребята, мы нашли ее. Бананы. Вот такие бананы. Смотрите, как идеально она будет смотреться под сланцы и под купальник. Да. И, ребята, у Юли будет отдельный чемодан. А вот. Еще, ребята, в одном из магазинов вчера Дашуня увидела вот такой топик. С авокадиками. И вот такими вот. Такие рукавчики интересные, с дырочками, да? И очень ей понравился. У нас... Очень короткий. Да, ну так это же топик. Конечно же, мы и купили его. Она так давно хотела уже такой себе. Можно его одевать под купальник, под шляпки. Под все его можно. А еще у нас есть очень красивая пушистая юбка бирюзовая под него, да? Вот, она подойдет. И шортики бирюзовые у нас есть. Угу. На камеру кажется, что маечка голубенькая. На самом деле она бирюзовая, мне кажется. А так кажется, что голубенькая. Вот такие, ребята, у нас покупочки. Ну что, пойдешь рисовать? Потом покажешь мне, что нарисовала? Да, покажу. Ну хорошо, давай. Ребята, пойдем посмотрим, как Дашка там рисует. Покажи. Вау, как ярко и красиво. Что это такое? Это палетка от теней и кисточка. Здорово как. Вот кисточка, вот палетка. Вот какой набор, видите? Большой маркеров. Ну как, тебе понравились маркеры? Да, очень класс.
Я тут еще цвет один подрисовала, бежевый. Вот такие яркие цвета. Теперь будешь рисовать. Только, ребята, нужно подкладывать. Видите, они очень промакивают сильно. Они такие, ну, как на воде. Ну, что-то нужно подлаживать, да, когда рисуешь. Вот, я подлаживаю. Либо в альбоме рисовать тогда. Я подлаживаю вот такие листики. Да, чтобы стол не испортить, да? Да. То у нас белый, быстро испортится. Вот, белый стол. Ну, все, рисуй тогда. Хорошо.